Всем привет, с вами канал Art Mania, и сегодня у нас видеообзор вот таких вот карточек. Они вот такие вот большие, здесь где-то они сантиметров 15 на 15, прям такие вот ладонь помещается. У нас сегодня сразу будет два обзора. Вот. Здесь, конечно же, их тоже много, довольно толстенькие. Здесь вот тоже много. Мы начнем, наверное, сейчас с азбуки, потом вот этот будет. Вот. И также хочу сравнить. До этого я покупала уже карточки, на них тоже делала обзор. Вот насколько они маленькие. Карточки, которые вообще ни о чем, которые не стоит даже тратить деньги, не стоит покупать. Потому что здесь половина вот этой вот как раз остались те животные и те ягоды, которые ваш ребенок, возможно, за всю жизнь даже не увидит. В лесу там или где-то. Даже знать о них не будет. Особенно вот животные. Вот. Так, и... Так, у нас азбука в картинках. Покупала я в Читай-городе за 198 рублей. Ну, согласитесь, это вообще ни о чем. Это очень дешево. Я сразу обрадовалась, что наконец-то нашла карточки. Вот. Ну, здесь что-то написано. Давайте посмотрим поближе. 0+ даже. Здесь уже буква Я, яблоко. То есть, ну, такие классные прям карточки. Вот такие вот они красивые. И давайте вам с вами каждую рассмотрим. Так, а с этой стороны ничего нет. Конечно, жалко, что с этой стороны ничего нет, потому что мне нравятся как раз карточки такие, которые и с одной стороны, и с другой стороны. Ну ладно. А арбуз, Б бабочка. То есть прям буквы изучать можно. И воробей сразу, и тут же сразу ребенку показываешь животных. Вот эта бабочка, какая она там красивая, да? Какие у нее тут усики, какие крылышки, каких цветов, какого цвета буква Б. Тут В воробей, да? То есть классно. Г. Так, Г. Вроде здесь утка нарисована. Галка, что ли? Еще это... Нужно будет вспоминать свои голубь. Вроде утка, а тут, по-моему, на лебедя что-то похоже. Не знаю, напишите в комментариях. Так, Д, дрозд, видимо, здесь у нас. Она лежит прям в наушниках, слушает музыку. Вот. Ну, немножечко прям более так, как для мультика. Здесь тоже пусто. Е у нас енот, такой енот прям очаровательный, посмотрите какой. У него такая мордашка вообще, прям супер енот. Его также можно рассмотреть, то есть он не маленький, он довольно большой, занимает определенную часть, да, на этих картинках, не то что там на тех. Какие у него глазки, да, какие пятнышки, лапки вот рассмотреть, хвостик какой полосатый. Ну, конечно, буква Е, какая большая, какая маленькая. Так, здесь буква Ё, ёж, ёжик какой у нас, Ж, жираф, жираф какой красивый. А еще буква Ж, жук, жук, Ж, З, заяц, заяц какой большой, такой красивый. И иголка, и йогурт, и огурт. Йогурт. Мы как-то уже произносим йогурт, йогурт как буква Ё, да? И уже даже забываешь, наверное, периодически. А тут их огурт. Как раз я недавно искала слова для, на букву их. У меня первое, что пришло в голову, йод. Их от, йод. И все, я думаю, блин, и что, и все? Больше нету разве слов на букву их? Думаю, как это так? А тут, пожалуйста, вот еще йогурт есть. К, кошка. Кошка какая красивая, какие у нее, посмотрите, глаза очаровательные, она прям такая
такая прям кошка, не кот вот именно, а именно кошка такая женственная. Так, Ле у нас лось, тут даже целая эта картина, как он стоит в воде, с него шерсть истекает, вода здесь, а вот так вам видно. Тут солнышко, травка, то есть вода, он стоит прямо именно в воде, не просто там в воздухе летает, как медведь, например, вот как будто в воздухе. Медведь тоже, какая у него лапки какие, мордочка. Так, Не у нас носорог, тоже как в воздухе летает. О, обезьянка. Обезьянка, какая она очки сколько меряет. П, петух. Петушок, да, какой красивый. Ре, рыбка. Рыбка, она прям плывет. Пузырики в воде плывет. Не просто тоже в воздухе висит. Ре, С, собака с мячиком. Т, тигр. Тигр у него прям такие раскосые глаза. О, утка. Тогда кто же там будет, интересно? Утка. Ф, филин. Филин какой красивый. Утка. Кстати, знаете то, что утка, вот это именно мужского пола, а у животных почему-то мужского пола они всегда очень красивые, а вот женского они серенькие, обычненькие, то есть это вот мужского пола. Ф, так, филин. Х, хомяк. Маленький какой хомячок. С, цыпленок. Цыпленок такой большой. Так, Ч, часы. Часы какие прям золотые. Здесь прям такое все это. Ше, шишка. Шишечка здесь, даже елочка, все такая. Все такое четкое, смотрите, красивое. Ще. Так, ще, щука. Она прям видно, что в воде плавает, не в воздухе висит. Так, ну и, конечно, мягкий знак и твердый знак у нас нет, к сожалению, слов. Они вместе. Хотя, в принципе, можно было сделать отдельные картинки, чтобы, не знаю. Так, буква И. Конечно, на И тоже не нашли слов. По-моему, их тоже не существует. Э, экскаватор. Хотя мы всегда называем их трактор. С детства я помню, трактор, трактор, трактор. Если большие колеса такие же там, маленькое колесико, то все, это трактор. А то, что это экскаватор. Ю-юла. И буква Я. Яблоко. Яблоко какое тоже красивое. Вот. Здесь сзади у всех ничего нету. Вот, смотрите, какие они классные, какие небольшие такие. Все четко. Здесь буква Я и остальные буквы, они все четкие. Картинки тоже четкие, большие. Ребенку будет очень удобно. Удобно и объяснять. И алфавит мы как раз моему сыну 2,5 года. Ну, он уже, в принципе, весь алфавит знает практически, то есть его говорит. Но мы начали уже довольно давно учить каждую букву по отдельности. И вот я сейчас хочу продлить. Потому что сама рисовать это очень долго, на это надо время, а здесь вот немножечко поудобнее. Вот. С вами вот одни картинки были. И у нас с вами вторая распаковочка, обзорчик. Здесь тоже набор карточек, веселая азбука в картинках. Там у нас была, по-моему, просто азбука в картинках, а здесь у нас веселая. Эту я взяла, потому что здесь животные прям такие большие. Вот написано, то есть название животного. То есть мы с сыном занимаемся именно. Я ему показываю там какую-то картинку, да, и потом вот мы читаем вместе пальчиком, потом по буквам, потом прошу найти букву, которую он знает, которую мы уже изучали, допустим, букву А, он ее смотрит, смотрит, ищет. То есть, ну, вот так вот. И здесь плюс еще маленький стишок. Мне это очень понравилось. Давайте ее распакуем. Так, а что у нас с этой стороны? А, стоила она у нас 159 рублей. Вот здесь тоже яблоко. Оно тоже яблоко, и написано, как оно читается, и про него стишок маленький. Тоже купила «Читай в городе». Вот здесь вот
этикеточка, может быть, кому-нибудь понадобится. 0+. Если честно, жалко то, что я нашла только сейчас эти карточки и пришлось переплатить за те карточки. Это обидно немножечко. Вот. Но, думаю, не стоит расстраиваться, потому что можно играть и с теми карточками. Допустим, если в тех карточках есть аист, то можно несколько животных разложить, дать ребенку те животные и попросить. Вот, найди, там большое животное, вот маленькое животное карточка, там, ну, типа, что-нибудь такое. Вот, ну и давайте с вами посмотрим. Есть аист, маленький стишочек вместе с этим словом. Так, ну, здесь, как всегда, тоже ничего нету, жалко. Так, буква. И просто картинка с буквами. Велосипед. А, ну здесь даже не животные, здесь просто стишки. Я думала, здесь стишок про каждую букву и животное там какое-то. А тут даже вон, как велосипед. Грач. Грач какой красивый на заборе сидит. Дружба. Ну да, хотя бы ребенку можно объяснить, что такое дружба. А, стишок также есть. Енот. Ну да, тут есть про животных. И, то есть нужно будет еще посмотреть, еще разделить, где животные, стишки про животных, где про что-то другое. Ежик. Тут даже два ежика. И сразу, что делает ежик? Ежик тут вяжет, вот, там вязать, спицы, да, то есть там вот это все интересно. Жук. Жук нарисован прям близко. Так, здесь что-то у нас. Так, с ногами пошли. Здравствуйте. Тут Дед Мороз нарисован. Объясните ребенку, что нужно здороваться обязательно. Да, вот, кстати, некоторых детей, видимо, с детства не приучают здороваться, и когда человек вырастает, он, в принципе, тоже не здоровается. Допустим, поздороваться с соседями своими. Меня мама, например, с детства приучала. Вот, то есть, мне кажется, нужно. А вот некоторые соседи у нас, у мамы там, вот, где мама живет, они не здороваются, принципиально не здороваются. Я думала, может, глухая, надо погромче крикнуть. Но крикнешь погромче, он так посмотрит на тебя, типа, ты что, глухая, что ли, кричишь так громко. Но не здоровается, нет, прям упертый, нет, и все, не здоровается. Разные люди бывают. Наверное, с детства не учили просто, я так думаю. Так, игрушки. Тут прям как игрушки, как настоящие. Как живые. Йогурт. А тут то, что йогурт кушает малыш, кушает собачка, кошечка. То есть тоже объяснить ребенку, что не только люди кушают, а еще кушают и собаки, и кошки. То есть, ну, в принципе, сейчас на улице это очень редко увидишь. Если в наше детство было собак побольше, и мы выходили, все их кормили, там птиц кормили, то сейчас собак, кошек сложно найти. Они все где-то прячутся или их нету. Вот. Кот, пожалуйста, животное. Лиса. Какая лиса красивая. То есть объяснить, что лиса живет в лесу. Лес, то есть тут елочки, вот все. Там она бегает, ищет что-то. Грибочки растут, может, она грибы ищет. Так, ну тут тоже ничего нет. Машина, да, вот какая машина. Светофор. То есть на светофор останавливается машина, загорается красный свет, останавливается машина. И кошка переходит на свой зеленый цвет. Тут даже, кстати, зелененький виден. Со своими котятами. Что нужно пропускать, если едешь на машине. Вот, тут даже ночь. Ночь нужно отложить. Интересно, там день тоже есть. В принципе, ночь не придется рисовать. Так, ослик. Пожалуйста. А, там было здравствуйте, здесь пожалуйста. Тут прям целая картина, как медведь, да, мед. Угощает, наверное, зайца или что-то. А, ну здесь же еще стишок. Стишок про слово, пожалуйста. Ручей. Спасибо даже. Ой, какая картинка красивая, прям как это. К
как открытка, яркие, посмотрите, какие они яркие, четкие. И кошка нарисована как живая, прям каждая ворсиночка, ворсиночка. Не просто там какая-то труба. Так, это у нас уже инструменты пошли. Утро. А вот там. А ночь. Вот утро. Утро, то, что все умываются. Филин. Хвостик. А, ну это стишок про хвостик. Объяснить, что это поросенок. Вот такой он поросенок большой. Как он выглядит, какие у него там лапки, ушки, носик. Цирк. 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 Черепаха. Черепаха какая большая. Шарики. Щенок. Кстати, мы с вами щенка видели такого уже. Сыр. Да, на букву И. Сыр. Так. Эскимо. Это волк, видимо, отобрал, что ли, мальчика или подарил. Юла. И здесь у нас яблоко. Ну вот, может быть, мы еще пропустили. Ночь, утро, а день. Дня нету, что ли? То есть такие вот тоже они очень красивые. Есть вот хоть и маленькие детали, но они как четко выполнены, какие хорошие. Ну, тут тоже нужно разбираться. Разберусь все это, и можно будет заниматься с ребенком. Нормально заниматься. Потому что я хотела уже рисовать, на самом деле, карточки сама. Но это все затянулось очень-очень долго. Это я думаю, когда я там начну. И вдобавок я хотела начать рисовать их вместе с вами. И пока у меня там с компьютером были проблемы, пока то все. В итоге я решила купить. Думаю, ладно, пускай будут. Уж лучше такие они. Ну, я, по крайней мере, я не нарисую вот именно вот так вот. Если нарисую, то это очень долго. Вот, проще купить. Карточки очень хорошие, покупайте. Я постараюсь найти в Читай-городе их и внизу оставить ссылку. Возможно, вам пригодится это. Возможно, вы сможете найти в своих городах такие карточки. Вот. И всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Money. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Вот. Также смотрите мои другие ролики. Также у нас будут обзоры еще на 3 вида таких карточек. Я не только эти купила, купила почти на 1000 рублей. Вот. И всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.